Рохман, я хочу купить себе квартиру. Говорят, на проспекте Яворницкого открылось новое агентство недвижимости, и там огромный выбор квартир. Ой, я вас таки умоляю. Был я там вчера. Одни мошенники. Что случилось? Не, ну иду я, значит, по Яворницкого. Смотрю, такое большое, красивое, высокое здание. На нем написано «Агентство недвижимости». Ну, я открываю, значит, дверь, а там сидит менеджер. За ним две двери. И он говорит: «За этой дверью у нас отдел по продаже старых домов. За этой дверью отдел по продаже новых». И какую вы выбрали? Не, ну вы же знаете, что я не люблю старое. Зачем оно мне надо? Я открываю дверь там, где новые. Ну, а там опять две двери. На одной написано «малогабаритные квартиры», на другой «крупногабаритные». Не, ну вы же знаете, что я не люблю, чтобы было тесно, чтобы давило. Я люблю так, чтобы было просторно, на вырост. Ну, я открываю дверь, а там опять две двери. На одной написано «с ремонтом», на другой «без ремонта». И какую вы выбрали? Не, ну вы же знаете, что я ничего не люблю делать, особенно своими руками. Не, ну зачем мне эти мозоли? Ну, я открываю дверь, и там опять две двери. На одной написано «квартиры в центре», на другой «квартиры не в центре». Не, ну вы же меня знаете. Я деловой человек и привык жить в центре, особенно происходящего. Я открываю дверь там, где квартиры в центре. И там опять две двери. На одной написано «с комиссией», на другой «без комиссии». Не, ну вы же меня знаете, чтобы я кому-то за что-то платил. Я открываю дверь там, где без комиссии. И что, опять две двери? Да если бы. И я опять на Яворницкого.